В торговом комплексе «Тандем» действуют скидки на всю детскую мебель до 10 сентября. Для покупателей организовано выставочное пространство образцов школьных столов и стульев. Подробности в нашем следующем материале. Начало нового учебного года влечет за собой множество покупок, и это не только тетради, формы и школьные рюкзаки. Первоклассникам для получения отличных результатов необходима комфортная обстановка комнаты. Ведь мебель для эффективной организации процесса обучения должна быть удобной, безопасной и многофункциональной. Так, в торговом комплексе «Тандем», расположенном по адресу Октябрьский проспект, 70, мебельные компании подготовили различные варианты детских и молодежных комнат разного стиля, которые порадуют как детей, так и их родителей. Салон «Оникс» предлагает детскую мебель по акции до 10 сентября. Изготавливается мебель по индивидуальным размерам во всех ценовых решениях. Мы вас ждем на втором этаже в новом салоне торгового центра «Тандем». На первом этаже комплекса у покупателей имеется возможность ознакомиться с образцами мебели, которые предлагают продавцы. Например, компьютерный стол с надстройкой позволит создать удобное и эргономичное место для учебы. Расположенная розетка кабельного канала поможет спрятать провода. А выдвижной ящик под столешницей подходит для хранения канцелярских принадлежностей. Несмотря на динамичный стиль коллекции, безопасности и травмоопасности уделено особое внимание. Все модули имеют скругленные углы. Гарантия от производителя 8 лет. Один раз и на долгие годы. Для производства школьной мебели используются безвредные материалы, которые не опасны для здоровья ребенка. Данный стол выполнен из качественного ОДСП, фасада МДФ и с хорошей фурнитурой полного выдвижения. Габариты этого детского стола позволяют идеально вписаться в любую детскую комнату. К школьному сезону салон офисной мебели представил большой ассортимент компьютерных кресел для детей и рабочие места в разной цветовой гамме. Приобрести детскую мебель со скидкой можно до 10 сентября в торговом комплексе «Тандем».